как сделать так, чтобы люди, которые ушли от Кришны, вдруг заинтересовались сознанием Кришны. Это же невозможно, да, практически. Вот, поэтому здесь надо конкретно, ну, серьезно уже, да, разум свой включать. Если мы там как-то одеты странно, да, выглядим странно, все больные, несчастные, бедные, да, страдающие. Ну, что это за проповедь? Немножко странно, да? Присоединяйтесь к нашему обществу, будете такими же, как я, да, страдальцами. Вот, спасибо, не надо. Да. Нам в материальном мире этого хватает. Думать о том, как это отражается в умах людей. Да? Потому что, ну, раньше преданные, конечно, особо сильно не думали об этом. Как Шрила Прабхупада говорит, что преданный должен быть одет как джентльмен. Внешнего вида беженцев, да, не должно быть. Да? Цыгане там, какие-то беженцы, еще кто-то. То есть это не совсем то, что способствует проповеди сознания Кришны. Поэтому да, то есть внешний вид должен быть как леди и джентльмены. Вот это стандарт Шрилы Прабхупады. То есть неважно, что это вайшнавская одежда или обычная одежда, да, светская, все равно должно быть красиво. Для всех красиво, привлекательно. Govinda, jayo, jayo. Gopala.